Это у нас разная песня такая. Ох и глупенький этот Буратино. Ох и глупенький же этот Буратино. Плакали его денежки горючими слезами. Ой, Базилио, посмотри, сколько детишек. И какие все глупенькие и наивные. А зачем же вы здесь собрались? Это ученики, они пришли учиться в школу. Не пришли. Ой, Базилио, посмотри, как мило, эти дурачки пришли учиться. Ой, дурачки, да кому нужна эта учеба? Я вон тоже училась в школе. Посмотрите, до чего меня эта школа довела. Я охромела. А я ослеп от непомерного чтения. Подайте бедному слепому коту Базилио на пропитание. Подай, инвалид. Нет, не поддам. У меня и денег-то нет. Как это нет? Опять золотых. Какие 5 золотых? Как какие? Мы же их честным воровским трудом заработали. Кровью и потом. Вот этими мозолистыми руками. Убери лапы. Нет у меня никаких золотых. Алиса, не морочь мне голову. Если ты думаешь, что я слепой, то не вижу, что эти деньги у тебя в руке. Где? Другой. Ой, правда, как я не заметила. Замечательно, великолепно. Она не заметила. Ну-ка, давай делиться. Ну, хорошо, хорошо, вот пристал. Но 5 на 2 не делится. Не делится. Алиса, прекрати морочить голову своему другу. В делении 5 на 2 получается 2,5. И где же такому делению учат? Как где? В школе. Послушайте, а старого слепого кота там деление выучить смогут? И не только отделение, а и многим другим наукам. Немного. Да-да.